Итак, я снова счастлив вас приветствовать. Продолжаем, или, может быть, уже заканчиваем КРН. Тут, конечно, как повезет сегодня, потому что, ну, мы с вами знаем, что никогда не нужно заранее загадывать, особенно с играми, в которых охуительный бэктрекинг присутствует, поэтому... Ой, я, кажется, знаю, что это за место. Пажи, выдери, пожалуйста, вот это. Да, вот это вот выдери, пожалуйста. И вот это выдери, пожалуйста, дружок. Я, кажется, знаю, что это за место, блядь, ребят. Проваливаемся. В натуре. В натуре. Вы поняли, да, что мы сейчас возвращаемся туда, где мы не могли взорвать вот это говно. Удерживаем Q. Выдираем вот это говно. И идем вот так вот, быстренько, быстренько, давай, давай. Бух, сука. Распидорили просто. Все. До свидания, блядь. Просачиваемся. Что-то мы открываем с вами, нет? Или мы попали куда-то в какую-то локацию в очередную? Может быть, я зря это сделал, потому что нам бы, конечно, сзади... Ух, блядь. Так, наверное, зря я это сделал. Нам надо было попасть раньше с вами в те места, в которых мы раньше не бывали. Потому что там как раз есть... Два отсека. Эй! А я это место помню. Нет, не помню. Я вам нагло напиздел. Оно похоже на то место, которое было... На то место с дронами, но оно... С какими-то еще вот здесь... Подзалупными проходами и с розовой водичкой с нашей замечательной, чтобы мы могли мясные депозиты здесь оставлять. Музыка стала напоминать Dead Space. Чуть-чуть. Немножко. У нас тут есть дверка. Надеюсь, это не конец игры, блядь. Потому что будет рофельно. Ой, нет, смотрите, у нас еще тут целых 6 сворок, так что... Мы еще успеем... Ой-ой-ой. Ах ты, падла. Сейчас ты меня закроешь здесь, да? Там что-то происходит. Ты же не пропалишь меня, если... Пропалишь, понятно, спасибо большое. Ну и что я должен сделать? В невидимой форме сюда попасть каким-то образом, да, сука? Хорошо. Давай, братишка, пойдем посмотрим, что можно сделать с этим. Давай посмотрим. Так, откладываем два мясных депозита вот здесь вот. Оставляем, соответственно. И пробуем просачиваться. Здесь только выход из этой херни, короче. Это дерьмо уже закрыто. А, стой, тут же вот что было, получается, да? Давай. Так, сразу выдери, пожалуйста, вот этот вот ебань, друг. Ага, спасибо. Угу. Вот это вот. Вот это вот мы делаем. Удерживаем Q. Вот так вот. Все. Поиграемся с дверью чуть-чуть. Выкинь каку. Так, это лифтецкий. Лифтецкий нам, наверное, не очень-то сильно и нужен. Что включает этот тумблер, интересно? И можем ли мы его включить вверх отсюда? Не можем. Хорошечно. Ага, ну мы можем оттуда включить лифт сюда, короче, то есть мы стреляем этой залупой сюда, и он получается... Вы поняли, что я имею в виду, да? Потому что мы сюда по-другому не попадаем, короче. А как я должен попасть сюда? Погоди, стой. Что-то какая-то хуйня, по-моему, дружище. А, типа стреляю этой хуйней, просачиваясь вот сюда. Да? Да, сука? Ай, блядь, нет. Не успел. Или нормально? Нормально. Все хорошечно. Так, там гражданин где-то ходит. Вооруженный. Ой, смотри, реактор. Не, у нас тут еще до хрена дел, короче. Так что я думаю, мы еще с вами успеем поиграть. Может быть. Давай, давай, давай. Нам нужно успеть его зачехлить.
Все. Этот у нас типочек теперь больше нас не побеспокоит. Там еще один, конечно, есть, блядь. А выход есть там? Нет, снизу-то. А, есть. Должен быть, по идее, это получается. Шо? Шо ты хочешь-то, друголетчик? Тебе было интересно, но теперь ты увидишь все собственными глазами, так сказать. Пойдем на разведочку сходим. Давай. Братан. Если я прыгну туда. Ой-ой. Ты даже не разбился, тебе похер вообще абсолютно, да? Ну лады. В принципе, можно и так сделать. Ничего страшного, я думаю. Погодите-ка. Там не те электроэнергии у нас случайно не было с вами? В доступности, потому что... Ладно, пробуем так пока. Давай, выдирай. Отлично. Дверку сразу прикроем здесь, хотя... Нам, в принципе, вообще нам не нужна здесь, я думаю. Давай, внизочек, внизочек, друголечек. Угу. А здесь у нас стекло, да? Отсюда его нам не разбить. Нам нужен вот этот человек, чтобы он нам раз... Хотя он тут проваливается, короче. Он провалится и ничего не сможет сделать с этим. Он же немощь. Как мы все знаем, люди здесь немощи. Ни хрена не могут. Одни мы с вами... Надежда и опора цивилизации, так сказать. Так, ну тут тоже все очень интересно. А чё за музычка тут, братан? Мы ж вроде все. Мы что-то вроде уединились, так сказать. Нет? Как ты думаешь-то? Тут же больше никого нету сущ. Чё ты панику наводишь тут, братан? Так, там вот хрен нам не выбить получается. Открывай, сущая сова. А прыгать ты умеешь? Не умеешь, блядь. Надо было тебя тут оставить. Ладно, отключаем тебя, друголетчика пока. Я так понимаю, что мы отсюда-то все равно никак сюда не попадем. Надо, чтобы мы могли здесь потом просочиться. Так что пока... Пока на этом наши полномочия все. Соответственно, на данном участке, да, вот он как раз здесь идет. Хорошо. Я так понимаю, что туда рано было идти, но мы... Немножко заранее, так сказать, провернули всю необходимую. О, так. А ты умеешь ломать деревяшки-то, нет, друголек? Вставай, вставай. Давай. Ну, то есть автомат настолько автомат, что прям, ну, вы чувствуете, да? Чувствуете прикол? Как я должен попадать сюда? Мне нужна масса, которую я так просто сейчас не получу, потому что что? Правильно, блядь, потому что у нас водичка очень далеко, розовая с нами. У нас розовая водичка очень далеко. И тут еще лазер вот этот вот светит. Мерзкий, мерзкий сучий лазер. Соответственно. Поэтому пойдем посмотрим, что можно сделать. Пока нашими обычными усилиями, не прибегая, так сказать, к ожирению излишнему. Потому что мы и так с вами проходим большую часть игры в виде бодипозитивного монстра, которому не помеха, так сказать, лишний вес. Потому что он и так очень энергичный молодой человек. Так. Как мы можем сломать это, а? Там же, блядь, есть человек. Мы можем разбить эти стекла. Слышишь, что? В натуре. Все, ебать. Сейчас все будет, пацаны. Я все понял. Только нам бы сейчас как-то в него попасть опять, видишь. Мы тут тентаклю-то можем сейчас и не докинуть до туда. А, нет, докинули. Давай. Wake up, Neo.
Давай. Джо, у нас сегодня дохуища работы. Но смотри, хотя бы стеклышки ты бить уже умеешь. Какой ты молодец. Ты, конечно, не запрыгнешь вот туда и дверочку мне не включишь. Но это не требуется, потому что мы сами уже можем достигнуть этих же самых целей, просто запустив нашу наноинопланетную кончу вот с этим вот лифтом. Угу. И я все равно ни хрена не понял, потому что как-то надо попадать будет туда успевать. А, нет, все понял. Я думаю, зачем здесь эта тупорылая труба, если тут есть такой отличный вход. Вот зачем она нужна, потому что мы же с вами понимаем. Воу. Так, ну вот мы с вами и получается выламываем заодно вот это говнецо, которое нам, соответственно, очень мешает местами. Этот человечек пусть лежит, в водичку его окунать не нужно, потому что в водичке мы его активировать, соответственно, не сможем с вами. Идем далее смотреть, что у нас тут есть. Оу май. А у нас здесь с вами область содержания следующая, так сказать. Угу. Два безоружных человечка, остальные все с пушками, короче. Все с пушками. Привет, ребят. Здрасте. Давайте пробовать. Смотрите, что там происходит. Давай. Область содержания какая-то слишком доступная, вы поняли, да, прикол? Что делается? Третье хватательное щупальце, ребятки. То есть вот это вот, теперь их три. Видите? Сейчас можем расчехлять с вами одновременно троих супостатов, и нам ничего за это с вами не будет. Гражданочка снизу. Идет, так сказать, на корм питательный, потому что, ну что это, блядь? Залазь сюда, дружище. Да что, ёпта. Некоторые из этих штучек очень укреплены, короче, их нельзя так просто открыть, получается. Все. Давай, не шали, пожалуйста, братишка. Иначе я ворвусь и разнесу вас нахуй. Кстати, сейчас самое время, наверное, нам с вами протестировать броню против огнестрела, да, сука? И тройное убийство сразу же совершить. Вот это вот небольшое количество энергии, которое нам дали в щи эти граждане, я так понимаю, что оно... С одной или с двух плюшек с пистолета, короче. Я склоняюсь к тому, что это одна плюшка с пистолета. Потому что, ну, как бы... Ну, типочки довольно смертоносные, даже для своих каких-то маленьких габаритов и сраных пистолетов. Они все равно делают, что попало. Так, эти двери мы с вами не можем открыть. Мы с вами радиоактивный товарищ, так сказать. Что ж, ладно. А чё вот это вот? Чё, нахуя ты сюда пригнал опять вот это вот дерьмо? Ну, я так понимаю, что мы должны потом будем его опустить, короче. Каким-то образом. Потому что он ведь нас потом заебёт. Мистер Лифт. Да, блядь. А там человечек лежит не там, где надо, чтобы он лежал. Да? Давайте перетащим сначала товарища. Товарищ. Вот сюда, пожалуйста. Нет, блядь! Оставь его нахуй, долбоёб. Что ты делаешь, ёпту? Вот сюда, да. Да нет, сука, не кид... Блядь, только не выкидывай его никуда, блядь. Вот, все, идеально. Идеально. Соответственно... У нас что происходит-то? Где мы делаем? Может быть, я даже зря заморачиваю, блядь.
Тихо. Вставай, вставай, давай, братишка. Нам пора немножко с тобой поработать. Отключаемся. Ползем, значит, вот так вот наверх. И закладываемся радиоактивное говнице в эти очень опасные искрящиеся штучки. Ой, у нас тут все пооткрывалось, ребятки, смотрите. Так, все, нам отдали управление нашей тентаклей обратно, поэтому мы с вами попробуем сквознуть вот сюда. Ну, тут вроде бы и все. Если я правильно понял, конечно. Звуки воды какие-то непонятные, соответственно. Чуть-чуть. Ага, здесь у нас еще не все. Не все. Тут у нас еще открыто-то, ребятки. Смотрите, прикол. Так, ну вот, допустим, ладно. Начнем здесь. О! Бункер пещеры, блядь. Хорошо. У нас сами две минки здесь. Держим вот это говнецо. Заходим. Так, ну это у нас, соответственно, просто, так сказать, кольцо. Анальное, блядь, которое закрывается, как только мы туда прыгаем. Дубль 2, а, блядь. Давай, 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 сука. Куда мы попадаем? Ёбаный твой рот, а что произошло-то, братиш? Не понял сейчас. Я отпустил рано эту кнопку брони или что, блядь? Объяснит мне кто-нибудь эту хуйню сейчас? Угу, понятно. Все, ладно, хорошо, я вас понял. Сейчас будет беспощадное убийство, короче. Давай, привет. Станьте частью целого, как говорил доктор Мерсер. Будете одним большим организмом. Кто-то из вас будет, допустим, руками и ногами, а кому-то повезет больше. Кому-то меньше, кто-то будет жопой, допустим, но... Такое. Ломай, блядь, заходи. Поле херия, короче. Сейчас будем херить всех... Всех граждан, соответственно, которые... У нас... Были с чем-то не согласны. Да. Подошли сюда, суки. Ну смотри, если не хватать плюшек, то можно и, конечно, опиздюлиться. Когда кончится броня вот здесь, точнее энергия, броня у тебя отключится сама по себе. Так, вот мы кушаем, соответственно, повторно это дерьмо. Надо было сохраниться, на самом деле, что-то я зафейлил чуть-чуть. Смотри, он держит какую-то ядерную хрень у себя во рту. В одном из, так сказать. И все равно он ширкается этой энергией за каким-то хреном. Давай. Отправляй этот лифтец замечательный. Ломаем вот это говно. Давай. Здесь просто делаем вот так. Заморачиваться не будем, соответственно. Сейф. Потому что я проходить это в третий раз, если вдруг я там эти мины опять зафейлю, я, конечно же, ебал в ротик.
Будем пробовать все проходить сразу. Звуки такие, как будто там людям приходит небольшой, так сказать, финал очка небольшая. Но на самом деле там просто открываются двери. Давай. Так, вот мы вылезли, короче. Хорошешно, хорошешно. Давай, заходим. Ладно. Так, у нас здесь нигде ничего нету, да? А, нет, вот здесь вот есть, смотри. Смотрите, товарищи. Сохранимся еще раз. Брезговать этим мы с вами сейчас не будем. Потому что, блядь, все мы знаем, как работают эти замечательные... Ой, кот не туда пошел, да? Бункер, аванпост, короче. Здесь нужна вторая форма, чтобы выбить все дерьмо из этой так замечательной штучки, так сказать. Давай. Отложим еще один мясной депозит. Которых у нас уже достаточно много. Мы с вами инвестируем, так сказать, мяско. Инвестируем мяско в жижу. Правильно делаем. Так, ну я хотел только выбить. Но мы один хрен сюда попали каким-то образом, так что... Ну, давайте смотреть, короче. Так, автомат. И... Тоже вроде бы автомат. Поэтому мы попробуем, наверное. Вот так вот сделать. Братиш, что ты там забыл, блин? А, нет, огнеметчик, смотри-ка. В общем, из водички это будет сделать гораздо более безопасно. На-ка, получи. Все заметили, да, в какое отверстие тентакли ему просочилось? Так что... Так, до свидания, вот этот товарищ, блядь. Давай, давай, давай. Ну давай, ты ж попадаешь в него, ёб твою мать. Шо, 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 сука. Хуя у них лицо было сейчас. Все, да, успокоились, молодцы. Ебать у вас интеллект, конечно, ребят. Человечество обречено, короче. Это абсолютно точно сейчас, блядь. Так, мы идем на разведочку. Потому что у нас с вами есть вооруженный человек. Может быть, конечно, следовало взять огнеметчика, но... Ой, ёб твою мать. Вот это вот дичь, это, по-моему, дроны. Давай. Нет, мы сюда пойдем, вылезем вот отсюда, скорее всего. Эта хуйня активируется и будет жопа. Жопа жопная. Мы ставим человека вооруженного вот там, соответственно, чтобы расстрелять это говно. Если нам повезет. Давай. Проверим сразу. А, оно здесь просто... Просто дверочка. Которую мы сами... Давай, нахрен нам свет здесь не нужен. Здесь граждане отдыхают, нечего им мешать, собственно говоря. Так, здесь мы типа в неуязвимости получается. Да. Там активируется эта блевотина, короче, соответственно мы не сможем убежать, я думаю. Давай. Ой, там люди, они меня сейчас увидят. Ёбаный в рот. Спокойствие. Что началось-то, блядь? А я смогу, интересно, с пистолета разнести вот эту вот хуятину? Я потому что не до конца уверен, что я смогу попасть как-то внутрь вот этой вот залупы. Будучи, так сказать... Ну я попробую, разумеется, я попробую это сделать, блядь. Но я ни в чем не уверен. Хуй тебе. Не попадает, короче. Ну что ж. А, и как я должен это сделать, если у нас получается здесь их очень много ходит?
Интересное дерьмо. Сейчас посмотрим, короче. Я могу схватить троих и утащить их с собой в эту берлогу, короче. У меня появится тяжелая форма аутизма. Ха-ха-ха-ха. Не, на самом деле тяжелая форма. Давай, 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 давай. Нямка. Я схватил, но не убил, да? Да, сука. Там еще живой человек. Все. Как хищник просто, блядь. Как в дикой природе, видели, да? Ворвался просто и... оторвал чьи-то ёбычи, короче. А теперь ты, сука. Получаешь по лицу. Теперь-то я в тебя попадаю, слышишь, качо? Стопроцентно, блядь. И он да используется, там дроны опять типа вылазят, короче, потому что я уверен, что это та же самая срань. Вот так вот мы сюда прячемся, короче. Давай. Оу, май. Так, проверяем, соответственно, там оставшихся... оставшихся в живых. Значит, я помню, что там кто-то верещал еще. Вот там товарищ. Но здесь больше никого, да? Кого можно достать отсюда? Так, он выпал, получается, оттуда. Пробуем, значит. Нам надо резко спрятаться будет. Ага. Да, блядь, иди сюда, друганует. Похуй. Че я сделал-то сейчас с ними? Я их просто запиздил, да, получается? Что ж, ладно. Тут как раз это были остатки... так сказать, товарищи, которые нам пригодятся. Вот этот вот, например. Да, я думал пулемет использовать, конечно, в борьбе с этой летающей залупой, но как-то получилось, как получилось, так что уж, ребятки, не серчайте. Сегодня у нас игрулик с пулеметом не будет. Как это не прискорбно. Так, проверяем, соответственно, у нас тут верхний выход и нижний. Давайте с верхнего начнем, соответственно. Оу, здрасте, ебать. Вот эта вечеринка у вас тут, блядь, с бассейном. Прикольно, я тоже хочу. Давай, давай, давай. Так, оставь, оставь, оставь. Вот это вот нам на потом. Да, сука? Да-да, вы поплавайте пока, ребят. Все, пожалуйста. А, и вон, смотри, еще что есть у нас. У нас прям тут логово вместе с запасом хавчика, короче. И мне что-то подсказывает, что нам надо заканчивать эту серию, потому что таймер я сегодня, как обычно, не поставил. Но я думаю, что... да, ребят, в общем-то, мы с вами сохранимся здесь на всякий случай. На всякий случай, опять же, еще раз. И увидим продолжение уже в следующей серии. Жмите пальчики. Что-нибудь пишите. В принципе, все как обычно. Вы все сами знаете. Всем до встречи и всем пока.